Перекрыт целый автомобильный тоннель во имя спасения котенка. Именно так и поступили дорожные полицейские американского штата Массачусетс. Они были вынуждены перекрыть движение в загруженном автомобильном тоннеле, чтобы поймать непонятным образом оказавшегося там котенка. Местом происшествия стал бостонский тоннель Теда Уильямса. Сразу после получения информации о том, что по его обочинам бродит котенок, движение было перекрыто и в тоннель вызвали представителей служб по охране животных. К счастью, для четвероногого путешественника все закончилось благополучно. Пойманного малыша поместили в карантин, после чего ему планируется найти новых хозяев. Пока же полицейские попросили помощи публике в придумывании клички для найденыша.